Да, добрый день, уважаемые инвесторы. Мне кажется, что действительно очень приятно, когда находишься в новом предприятии, есть возможность посмотреть современные технологии, потому что все вновь создаваемые предприятия, они учитывают уже последние тенденции времени. И когда вот, приходишь на такие предприятия, всегда, во-первых, есть чему поучиться, ну и всегда порадоваться за тех инвесторов, которые приняли решение, во-первых, выбрали Тульскую область для инвестиций, и этот проект остался не только на бумаге, он реализован реально. Ну, конечно, в следующий раз мы будем радоваться, когда у вас полностью будет возвращен кредит, и когда уже, что называется, проект окупится. Мы заинтересованы в том, чтобы вы развивались дальше. А действительно, очень интересное предприятие, существенный объем инвестиций, более 1 300 000 000. Тут семена нет. Перепады, то есть не всегда равномерное потребление. То есть, соответственно, когда наступает удобрение, они проходят подсвечивание, автоматически задаются огромные параметры. Обращаю внимание, что на самом деле само оборудование российского производства компании «Фитор». Все удобрение, все. Вот. И... Так что скажите, какая техника? Скажите, что как вы тут управляете? Мы смотрим за микроклиматом, чтобы в теплице держалась температура, влажность.